Светлана молодец, распечатала заявление на справку на компьютере. Женщины удивились. Она говорит, впервые такое. Я говорю, мы любим удивлять. Сейчас идем налево, на Мясникова развернемся. Да, 40 лет назад тут вот этого островка не было. Была такая узкая проездная часть, проезжая, в общем-то, изменился город. Мы сейчас прямо и там развернемся, поскольку тут налево нету. Да, здесь все по-новому, вон впереди налево стрелка, и там можно будет развернуться. Через площадь. Я пересекаю кольцо. Чем сдать левую стрелку. Вот дом правительства справа, и я снова туда на кольцо и попаду, если прямо поеду. Да, как-то так будет. Вот здесь парады, вот не здесь парады, здесь уже после парада, вот за спиной площадь, мы выходили сюда, и здесь уже грузились на Московской, на ЗИЛы, и ехали в училище после парада, а потом увольнение шли. Здесь вот справа, где стояночка машин была, кольцо, трамвай ходил здесь и разворачивался. Было такое. Город меняется очень-очень сильно, осовременивается. Перепланировка постоянно какая-то идет нормальная. Ну, надо быть в курсе просто, чтобы это ездить, смотреть, что меняется, какие развязки новые. Вот на кольцо мы и едем на Сухарева. Вот так вот развернулись нормально. Сами поедем масло менять. По дороге, посмотрите, прелесть. 16:40. Конец рабочего дня, все разъезжаются просторно, нормально. Ну, в центре, конечно, там пробочек больше, но какие пробки в Минске с такими дорогами?
сегодня снова на Харьковскую. То первое, это второе, вот это вот идет Пушкина, потом Пушкина, Орловская, а потом первое, второе МКАД, вот так. Прерываем. 30 литров не влезло, скидки не будет, но это копейки, фигня. Коля знакомый заправщик, ну и все, поеду масло поменяю.
знаки читаем, дорогу уступаем. Как-то так. На Бэхе видит пробка. Дал бы человеку проехать. А там еще газель стоит. И здесь дорожку сделали. Большой получается репортаж.